Короче, сделала я брейк кофе. Вот, в общем, я здесь все, видите, около порта. И мне сказали идти вот туда, вот там, где, видите, этот желтый домик. Вот. Ну, тут еще один будет у нас костелло, то есть получается два костелло. То есть тот, который я вам хочу показать, я еще море не вижу, блин. Я вижу только корабли огромные, да, вот эти вот. Викинг какой-то, видите, классный, да? Невероятного. Сейчас их всех поставят. Что-то нас кричали, что в Неаполе на карантин поставили какой-то корабль, я помню. Месяц назад где-то. Там у нас, мол, центр Сторико. Вот. Сейчас мы костелло рассмотрим. И, может быть, в итоге увидим море. Ну и портище, ну и портище, это вообще просто невероятно. Смотрите, сухие вкусняшки. Невероятно здесь вообще. Офигительная костелушка, да? Просто. А, здесь надо не перейти, что ли? А вот здесь перейти. Вот. Наконец-таки я понимаю, что мы вышли вот в настоящий центр, который я все искала. Видите, там наверху какой-то тоже палаццо. А? И вот это вот, где галерея эта, которая с Витторио Эммануэле. А? Похоже, как в Милане. Да, костелушка шикарнейшая. Но нам другой костелушка нужен. И еще не видим мы море. Все, мы видим только кораблик. Не один. Вот как бы центр города. Вот там вот, где вот эта вот крыша это. Ну, посмотрите, там какие идут раскопки. Ну, естественно, тут все под ним, естественно. Смотрите, какая юбочка, да? Это вообще невероятная. Ой, мне ничего не видно, мне солнце в глаза светит. Вот в отличие, ну не знаю, может быть потому что сейчас еще лето, в отличие от Дженовы, мне все-таки вот эта вот внутренняя часть все-таки этого Наполи, которая там ну, такая грязноватая, да, старенькая такая как бы, мне вот понравилось. Видите, все идет вниз стены, все из туфа этого нашего здесь, ну из нашей жижи. Вот, блин, туда бы подняться, да? Нет, посмотрите, какая юбка. Вот как можно было человеку вот такое сделать? Как можно было такую юбку сделать, да? Смотрите. Просто. Ребристую. А, вообще. Какая сложная вообще штука, да? Ладья абсолютно сложнейшая. Да еще и с нашими, посмотрите. Каждая эта штука с чугуном, посмотрите.
Невероятно сейчас. Причем показать, как соединяется там вот эта вот широкая часть с узкой. А нет, это не чугун. Это обложка из более темного камня. Все. Как вообще две стены, да, видите? Просто ни с того, ни с сего, другая уже, видите? Тут как бы она закругляется, это, которая вот эта вот полукруглая, которая шашка, это ладья это. И здесь тоже, видите, эта ладья тоже ни с чего. Раз и выходит. И такие окошечки там. Два окошка здесь, да, и там какие-то маленькие три окошечка. Не, ну посмотрите, как заходит на эту. Нет, это вообще вот соединение просто, смотрите. Там наверху две скобы, все стягивают. Все стягивают. Обалденный. Такая амбразура. Так, тут еще, кстати, окно, да, посмотрите, да. Там еще амбразура, видите? Там вообще от этого окна до вот этих крайних окон, там сколько, да, пространства вообще пустого получается. Ну или там потолки огромные, высокие. Там арки, я вижу, вот, открытые окна. Не знаю, можно его посещать, нельзя. Вы посмотрите, как идет, смотрите. По диагонали, да? И там, смотрите, какая образура, невероятно. Все по диагонали, а? Невероятно. Слушайте, хорошо, что я, с другой стороны, я думала, не выдержу. Билет взяла, ничего, я смогу там что-нибудь поесть. Куплю что-нибудь себе сыр. 5 часов поем. Смотрите, как скобы там или что-то. Три тогда. Там еще какая-то колонна, все, да, наверх. Ну, все, что можно, все включено. Собрано. Невероятно. Какой же он огромный, да? И около моря, естественно. Университет или студии. Еще университет. Не, посмотрите, что это вообще. Это вообще что? Просто арка такая, да? Как бы начинается, идет туда вот. Наискосок. Это вообще. Там еще, посмотрите, там наверху одна головновальная такая, да? Еще, кстати, кольца чугунные и круги наверху, кстати.
Невероятно, невероятно. Так, а мы еще море не видим. Нормально? Идем и идем, а моря нет. Ну что, походим, походим. Я просто знаю, что там, вот где этот костел, все-таки море видно. Чугунные изделия торчат. Яркие такие, юбки так яркие. Какое огромное кольцо. Офигеть. Кольцо. Это просто финиш. А. Какая стена вообще, да? И мы еще не видим море, представляете? Но когда мы все-таки достанем этот костелушка, мы увидим море. Видите, да? Вот стены. Ой-ой-ой-ой-ой. Невероятно, кстати, да? Огромные размеры всего. И тут эта улитка наша, да? Еще и там типа домик, это типа акведук, что ли? Мол. Вот что я искала. Вот этот Наполь. Ну теперь я буду знать. В следующий раз сюда сразу пойду. Посмотрите, какие дома, да? Вогнуты все юбочками. Иначе море никогда не увижу. Вот это, по-моему, Везувий уже. А? Смотрите, какие окна. Точно это безумие, девушка. Сейчас мы его хорошо увидим. Я сделаю короткое видео. Зеленого,
О, море! Наконец-таки вода появилась. Вот оно, чуть-чуть море, да? А тут не море, а тут же вообще залив неаполитанский. Смотрите, какие плиты, да? Огроменные. Так, у меня ориентир — это этот желтый дом. Море! Смотрите, смотрите. Наконец-таки. Так, мне нужно куда-то туда идти. А как я туда? А, вот. Все, записываю вам, как я ищу этот костелло. Ова. Ова, да, смотрите, как получается, типа, что яйцо. Ой, там лепота, видите? Лепота. Сейчас найдем костелушку и сходим к лепоте. Смотрите, какой у нас тут, да, дом с наростом вообще. Невероятно, еще зал там нарост, да? И там еще у него окошечко сбоку, кстати. Невероятно. А? Так, он мне сказал к этому желтому дому выйти. А как к нему выйти, я не понимаю. Можно ли там ходить вообще? Вроде можно. Люди там ходят. Я не знаю, куда мне идти-то. Пойду туда. Вот, он сказал к этому желтому дому выйти. И там, говорит, еще пройти. Еще чуть-чуть пройти, да, метров 20. Красивые деревья, да? Наш вьюн, он, пожалуйста, да, цветущий, цветет как, а? Блин, там надо подниматься. Правильно она мне сказала, надо подняться. Ты хочешь что сделай, но нужно будет подниматься сейчас. Ну ладно, поднимись. Смотрите, по-моему, я нашла нашу жишку, как обычно, в самом центре города. Поглядите, просто, а, ребятушки, как вам это, нормально? Она уж везде отметится, не может быть, что без нее. Видите, это канальчики у нее, и вот тут у нее все отделано для себя, видите? Ну, кстати, типа черный туф это. Вот раньше я думала, что это они тут называют черным туфом, а это черная жижа у них такая, видите? Они считают, что это извержение. От извержения осталось. Нет, мне кажется, это и не было никакого извержения, никакого Везувия. А? Ну, посмотрите, как растет. Все вместе, видите, соединяется. Тут все у нее система. Канал, как и в Падове. Помните, в Падове вышли к центру города, и там нашли такой же, как бы, как парк ее. Все выложено. И посмотрите, что все выложено. Ракушка, видите? У нее все сделано, у нее как бы парк тут. Кстати, там. Видите, везде ракушка.
здравствуйте. Видите? Вот так вот. И там в середине круг еще. Но это обычно, как обычно. Это всегда так. Еще и бамбук растет. Да. Вот сейчас поднимусь, и будет виден Везувий. Эти пини обожаю. Вот смотри, с другой стороны, как ни крути, все равно всегда нужно подниматься. Хочешь красивое — поднимайся, да? Или наоборот, хочешь красивое — опускайся. Вот наш гидрант, кстати, да? Вырос, пустой стоит. Да, блин, хотела я, называется, сократить сейчас. Ну ладно, слава богу, время есть. Невероятно красивый, красивый город. Просто хоть ты что сделай. Гидрант. Даже написано гидрант. Уже бы дошла, но зато не сняла бы визу. Как обычно, Стелла стоит. Ну как стоит, она выросла. Эко Лунгамаре. Наверное, будет красиво. Раз так прям выделили Лунгамаре, то есть. Да. Типа набережная. На море. Посмотрите, какое. Да? Здоровые, мощные плиты. Гранитные. Да, ну... Девки вроде были бы, конечно, ну, девчонки эти, как бы были правы, но просто сказали бы мне, иди, иди вперед, да и все. А то, что там сложно стали придумывать. Сейчас увидим море, наконец-таки, залив хотя бы. Я вам все обещала за третье видео. Ой, блин, не там встала. Вот он, Везувий наш. Красавчик. Но мы его не через сетку, конечно, будем снимать. Так, наверх не пойдем, а пойдем там, где кострелушка. Кстати, Неаполь, он сказал, самый большой город в Италии, даже больше Рима. Пини я тебя обожаю. Все, главное, знаете, такая вот хорошая погода, нет жары такой дикой. Я потому что тоже одета так, знаете. Ой, какой там, какая там жижа, слушайте, обалдеть. Просто. Посмотрите, какие наши штуки на крыше. И их просто взяли и закрасили. Типа гидрантов, кстати. Посмотрите. Посмотрите. Ай да. Уж всяко на них налили краску, посмотрите они. А? Вот он.
Везувий. Наконец-таки сейчас все мы увидим. То есть целый день в Неаполе, и только сейчас я увижу море. Вот оно. И вот эта костелушка. Кова. Ова. Наконец-таки. Ой, класс, класс, класс. Класс, класс, класс. Ребятушки, вы посмотрите, какие виды. Обалдеть. Все. Мы... Ой, 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 вы посмотрите. И этот костелушка, как виден. Ой, тут еще что, соревнования идут. Смотрите, дети плавают. Смотрите, под открытым небом еще, видите? Ой, ой, ой. Красавчик. Красавчик. Везувий. И вот, посмотрите, наша жижа. Посмотрите, все, все выложено, видите? Наша жижа, видите? Невероятно. Видите? Вся набережная. А раньше, я помню, они говорили, что это вот от Везувия пепел. Но в Сицилии такого не было. Я помню, была в Сицилии, там не было такого. Там я видела пепел, но не было такого вот, как здесь, черный, вот этот черный. Это черная жижа тут. Сейчас я сделаю короткое видео. Ну, наконец-таки, увидели мы море. Сейчас вот там уже костелушка. Сейчас я сделаю короткое видео. Сколько у меня? Не поняла, я что, не записывала, что ли?